В Твери проходит торжественная церемония выдачи аттестатов для учащихся 11 классов. Наша съемочная группа пообщалась с выпускниками и их педагогами. Об этом наш следующий сюжет. В этом году тверские школы окончили почти 2000 одиннадцатиклассников. Церемонии вручения аттестатов проходили почти каждый день. 160 тверских школьников получили золотую медаль, а еще 144 – серебряную. Последние 10 лет ее не вручали. Единую федеральную медаль за особые успехи в учении получали только отличники. С текущего года Минпросвещение России приняло решение о возвращении серебряных медалей для учащихся, которые проявляли успехи в освоении школьной программы. Когда-то некоторым из вас я вручала диплом об окончании детского сада. Кто-то из вас мечтал быть артистом, кто-то экономистом, кто-то преподавателем, а кто-то дипломатом. И вот сегодня вы выпускники, и вы заканчиваете школу, и перед вами открывается выбор. И хочется пожелать вам сделать этот выбор, и чтобы у вас все было хорошо и замечательно. Торжественные мероприятия вручения аттестатов по традиции проходят с участием педагогов, родителей выпускников и представителей общественности. Среди главных тем для обсуждения – результаты ЕГЭ и планы на поступление в ВУЗ. Например, в 8-й гимназии многие уже не первый год делают выбор в пользу инженеров и медиков. Будущих врачей, вернее тех, кто хочет поступить в Тверской медуниверситет, пока будет. Больше. ЕГЭ сдавал по химии, биологии, русскому. Химия 93 балла, русский 94 балла, биология 96 баллов. Поступать планирую в Тверской государственный медицинский университет на лечебное дело. У нас традиционно так. Именно, наверное, по той причине, что в окружении гимназии находятся медицинские учреждения. 7-я больница, роддом, областная больница. Поэтому наши выпускники и там везде присутствуют. В 8-й гимназии в этом году 19 золотых медалистов и 8 серебряных. Всего выпускников 86 человек. В этом году у одной из старейших школ города юбилей – 85 лет со дня открытия. Первую медаль в 1948 году получила Кольцова Лидия Сергеевна. Это был первый выпуск, это была первая медаль. В этом году Дарья Сухоносова получает 505-ю медаль. То есть за вот эти вот 85 лет существования гимназии, нам в этом году 85 лет, у нас 505 медалистов. Что касается этого года и сдачи основного этапа ЕГЭ, то он уже завершился. Его сдавали 2212 тверских выпускников. Напомним, что нововведение экзаменационной кампании этого года – возможность пересдать один из предметов ЕГЭ по своему выбору в дополнительные дни 4 и 5 июля.